такая вот погода у нас 1 числа. Как можете наблюдать, я нахожусь, сами видите, где. На Верхотурской своротке. Путь мы держим в Екатеринбург. Снега выпало. Но я думаю, вот с Серова до Верхотурии проехал участок, все в принципе растаяло. Я думаю, дальше там тоже уже все растаяло. Видимость я не знаю сколько. Ну, метров, наверное, 400, 350-400. А так, в принципе, пасмурно.